Всем доброго времени суток! С вами Сайлент Машика, и сегодня у меня для вас новости на 5 число, 7 месяца 23 года. Если я не ошибаюсь, то первые игроки уже сегодня могут достичь 30 ранг ночной волны, если не пропускали деяния. Что касается скина для Кобру, то его можно использовать и на гельминтовом инвестоиде. Осталось только дождаться пересмотра компаньонов, чтобы появился смысл бегать со всякими собаками. Интересно, добавят ли для следующего антракта скин дуверийских кошек. Среди предложений за доверие можно отметить наличие маячков для призыва волка. Напомню, что все еще действует первая неделя юбилейных дропов, где можно забрать новый глиф, фигуру Кордиса и форму за 3 часа просмотра на Твиче. Расписание официальных стримов опубликовали наперед вместе с дропами, выдает первый предмет конкретной недели дропов. Стрим в ночь с 20 на 21 июля будет последним официальным стримом Dota Nakona. Получится эдакий перерыв, чуть больше месяца. Уже завтра в 10 вечера по МСК ожидается смена ротации Возрождения Prime. Вместо Эши с Инаросом получим Банши и Мираж. Заметил я, что официальная страница в честь юбилея теперь указывает грядущие недельные тревоги в полном объеме. Тут же нам уточняют, что можно переигрывать последний сигнал тревоги каждую неделю, чтобы получить повторяющиеся награды. Хотя не ясно, о какой награде речь, ибо последние тревоги выдают глифы. Напоследок сообщается о неких проблемах со входом в игру, что в основном задело людей из Европы и Северной Африки. Мол, правильные данные входа не допускает, после чего игра начинает лагать. Пока что DE пытается в этом разобраться с некими сетевыми партнерами. На этом от меня все. Поэтому всем всего, всем удачи и всем пока.